Новая посылочка пришла нам. Давайте посмотрим, что же там. Что за книжечка? Ну, точно книжечка. По-другому быть не может. Так, открываем. Смотрим. О, какая книжечка. Учебник новый, его только что напечатали. Из печи, понимаете, как горячий пирожок. 2021 год, это вот первый только раз напечатали. А еще будут печатать в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м. Называется он «Italiano Express». Алессандро Латино и Марида Мускулино – это авторы этого учебника. Что он из себя представляет? Это «Эзерчици и тест ди итальяно пер страньери консолюционе» – упражнения и тесты для иностранцев с ключами, то есть с ответами. Уровень А1, А2. Издательство «Оипли». Бумажка приятная, белая. Мне нравится. Он не маленький, достаточно толстенький. 175 в нем страниц. Давайте посмотрим, что же у нас есть в этом учебнике. Итак, уровень А1, А2. Оглавление. Смотрите, сколько упражнений. В этом учебнике две части, парте 1 и парте 2. После каждой части у нас идет, соответственно, тест. В первой части 14 глав. Во второй части у нас 20 глав. Плюс ключи. И интересный раздел «Il tuo dizionario», «Твой словарик». На пятой страничке нам показывают, как устроен учебник, так выглядят упражнения, так выглядят тесты. И нам говорят о том, что этот учебник можно использовать как для самостоятельного обучения, так и для работы в классе и в группах. Здесь показаны ключи и вот этот вот раздел «Твой словарик». Часть номер один. Давайте полистаем. Артикли. Какие же есть упражнения? Вставить артикли, соединить колонки, чтобы у вас получились предложения. Опять вставить артикли, опять соединить колонки, поставить артикли в предложение. Уже не просто к словам, да, в предложение. Опять же таки добавить артикли. Так, соединить колонки. Добавить артикли, то есть, в принципе, упражнения вот такого плана. Есть не только упражнения с отдельными предложениями, но и тексты. И дается вам текст, и нужно вставить тоже артикли, но уже в определенном контексте. Определенный, неопределенный. Далее идут упражнения на существительные. Поставить окончание правильное, поставить артикль. Здесь уже усложняется не просто существительное, но и артикль. Видите, как бы отрабатывается материал, который вы до этого прошли. Это тоже немаловажно. Достаточно интересные такие упражнения. Глаголы «эсеравере». И много упражнений, много. Учебник не цветной, он черно-белый, но читабельно здесь все. Никаких проблем с чтением здесь нет. И вот мы с вами дошли до первого теста. Тест тоже выглядит вот так. Тест 1, тест 2, тест 3. Несколько здесь даже тестов есть. В первой части у нас 5 тестов. 5 тестов. Часть 2. Здесь уже посложнее. Союзы. Вставить союзы. Найти синоним союзу. Какому, да, из 6 союзов нужно найти подходящий синоним. Вставить союзы в предложение. Соединить колонки. Тексты опять же таки идут. И упражнений много. Шрифт еще такой, я бы не сказала, что прям большой. Ну и не маленький, не большой. Нормальный, читабельно. Но благодаря этому шрифту очень много здесь у нас упражнений. Мне, если честно, нравится. Мне очень нравится, потому что реально можно отработать, потому что обычно бывает упражнений очень мало в учебниках, и никак не отработаешь материала. Здесь вот, пожалуйста, очень много. Много работы, работы не хочу. И вот еще один тест здесь во второй части. И сколько у нас здесь тестов? Тоже 5, по 5 тестов. Далее идут у нас ключи к упражнениям. Это прям вообще меня радует. Знаете, что я очень люблю, когда есть ключи, когда покупаешь учебник, и там все есть.
Ну, здесь я ничего плохого не могу сказать. И далее вот этот интересный раздел «Твой словарик». Вы пишете слово или выражение на итальянском, а далее пишете перевод. Выделяется отдельное место для словарика. Не нужны никакие тетрадки, все тоже в одном месте. Стоит этот учебник 14 евро 90 центов. Я покупала на Амазоне. И, кстати, еще можно себе приобрести электронную версию учебника. Ну что, вот такой вот учебник. На первый взгляд он мне очень понравился и в плане содержимого, и в плане презентабельности своей. Это такой учебник, его приятно держать в руках, по нему приятно заниматься. Ну а теперь остается нам только учиться и набираться новых знаний. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам понравился этот учебник. И апресто, до скорого, ваша итальяночка.